Всем привет. Всем привет. Привет, привет, привет. Здорово, коровы. Слышишь, Барзиков? На расстоянии только можешь, да? Писать мне тут. Давай прилетаем и с тобой поговорим с глазу на глаз. Забыл, как комплименты девушкам делать? Напомним, напомним, напомним. Привет из ЕКБ, привет. Как настроение? Настроение супер. Смотрите, какой у меня новый цвет. Тут не видно под освещением. Я сейчас... Во! Смотрите, смотрите, смотрите. Скоро фоточку выложу. Хорошенькая она. Вот, вот. Вот это уже другое дело. Вот это я уже понимаю. Привет, привет. Какой вкус у Смарта? Лимонная печенька. Представляете, приехала в салон красоты. Везде свои люди. Смарт, батончики, все, все тут есть. Вот так вот. Рыбу, да, рыбу я ем. Рыбу, морепродукты, деловая колбаса. Деловая колбаса. Ее кормит чья-то деловая колбаса. Вань, давай уже приезжай. Я тебя жду. Мне кажется, я единственный человек, который тебя ждет. Так что ты просто обязан приехать. Ну и что? Кто чем занимается? Время дневное, время детское. Линда, gracias. Завтра в 12 в офис. Ты подожди, стой. Ты уже все? Ты уже в Москве? Давай я завтра тоже приеду. Ты куда приедешь? На Барклая? Где? У меня в салоне красоты. После поеду на встречу по работе. Покрасила волосы, да. Смотрите, какие они красивые. Спать не хочешь? Мне кажется, что спать я хочу всегда. Всегда и постоянно. Барзиков, привет. Смотри, тебя узнают. Тебя узнают в моем прямом эфире. Капсула для пухоти. Так, Барзиков, не лезь сюда. Со своей рекламы. В Вьетнаме не была, что не накрашенная. Ну, не знаю, что. С утра в салоне, поэтому... Завтра буду на Барклай. Все, я завтра тоже приеду, Вань. Тогда увидимся. Хотела сказать, сфоткаемся. Ну, сфоткаемся тоже обязательно. Куда же без этого? Ты один будешь или с Серегой? Алло. С Сашей вчера были. С каким Сашей? Что, Прокопозова, что ли? Угу. Да. Один. Ты просто, блин, Вань, ты просто одинокий волк. Молодец, молодец, правильно. А ты чё, тебе, ну, возьми деньги с собой. Какие деньги? Какие деньги? Какие деньги должна взять с собой? На Горном Алтае не была. Ты без макияжа хороша, спасибо. Что за кулон? Это клык из Таиланда. Ты ещё слоники нарисованы. У Ани, кстати, такой белый, у меня черный. Нет, габозов на Сейшелах, вы что? Какая погода в России? У нас в Греции дождь. Кстати, сезон дождей же, да, вроде тоже в Греции или нет? А в Москве хорошая погода, много денег. А зачем, подожди, а зачем, Вань, тебе деньги? На клык? А, много денег на клык? На чей клык? Не поняла. У тебя, чтобы накормить Ванюшу. Да, кстати, у нас там очень вкусное заведение рядом прям. Вань, я тебя завтра накормлю, обещаю. Блин, ты все лучше и лучше. Привет, как делишки ваши? Привет, кстати, блин, вы мне сторис скинули или нет? По поводу Омска. Привет из Стамбула, привет. Сука, я ржу не могу, почему ты ржешь?
Здравствуйте, здравствуйте. Ты классная, спасибо. Пойдет. Ваня стегает. Стегает что-то? Стебает. Стебает, ну да, наверное. Что на клык? Так что... Так, Ваня, колесами своими питайся. Слышал, Ваня? Так что твоя реклама здесь вообще не прокатит. Эти твои колеса, это все твое. У нас все отменилось. А почему отменилось? Что случилось? Перенеслось или вообще отменилось? Аляна, выключи блондинку. Я просто с утра еще не проснулась. Отменилась по техническим причинам. Привет из Омска. Барзиков, отвали от нее. Ваня, я тебя сейчас заблокирую. Не сможешь писать свои вот эти вот штучки. Так я не поняла, ты уже в Москве или нет? Если ты в Москве, давай сегодня увидимся. Что пьешь? Я кушала смарт. Лимонным печеньком. Hey, George, thanks. Hi. Привет, как дела? Все отлично. Все хорошо. Лида. Это твоя новая девушка, Вань, Лида? Ну, хорошее имя. Давай, ты где? Я сейчас... Где я сейчас? Как это район называется? Юго-восток. Юго-восток. Я же на юго-востоке. Я просто по навигатору только передвигаюсь и вообще ничего не знаю. Нет, что нет? Лида не твоя девушка? Кто твоя девушка? Зина? Зинаида? Или Лидия? Hello. Чего Барзиков не в НЛ? Почему Барзиков в НЛ? Это капсула для похудения. Вань, капсула для похудения – это Dryn Effect, Food Control, Metabolic и Body Shape. Вот это вот капсула для похудения. А вот твоя Лида, Зина, вот это вот... Привет, сколько времени заняло окрашиванием? Часа два, наверное, да? Ну, часа где-то. В общей сложности. Барзик везде, да? Лида, это все в одном. Не, на самом деле хорошо, когда твоя девушка тебе и друг, и жена, и собеседник, и любовница. Поэтому твоя Лида, конечно, поговоришь, набери. Наберу, дорогой, наберу. С папой общаешься, конечно. Папа сейчас со мной вместе, мы в Москве. Красивый цвет волос. Есть у тебя мужик? О, прям так сразу, что ли? Что там? Какой следующий вопрос? Не хочешь снова длинный волос? Честно? Блин, как-то даже нет. Я даже не скучаю. Хотя думала. Думала нарастить, но потом передумала. Наберет Ванюша. Мне кажется, не знаю, мне так с короткими хорошо, тем более лето, и мне многие говорят, что, блин, тебе так круто. А в Волгограде бываю не часто, вот недавно была, еще неделя не прошла. С Кировского района я. Есть кто-нибудь тут из Кировского района? С коротким волосом лучше, мне тоже нравится. Просто сейчас у всех длинные, я решила как-то что-то, не знаю. Барзика всем подкатывает, серьезности никакой. Нет, Барзика только ко мне подкатывает. Ничего, я ему... За ним тщательно слежу. За Габозовым нет, не скучаю. Привет, наставник. Привет, Маш, ты где? Завтра будешь в офисе, я завтра приеду. Аляна, что мужу посоветуешь, мультипротеин или сывороточный из НЛ? Не могу определиться. Ну, мультипротеин, он ночной, его еще протеин называют, его перед сном. Потому что он долго усваивается. А сывороточный его можно во время тренировок, либо после тренировок. Ну, вообще, в принципе, его и даже без тренировок нужно пить, потому что недостаток белка в организме у людей, потому что с обычной пищей мы недополучаем его. Какое время года больше всего любишь? Я люблю раннюю осень и позднюю... О, нет, раннюю... Так, подождите. Раннюю и позднюю весну и раннюю осень. Вот это мои самые любимые времена. Глазу в локти кусает, что потерял тебя, сейчас за потасканными ухаживает. Ну... Не знаю, может быть. Bom dia. Hello. Do you come to India? I never been there, but maybe sometime I come there. Я тоже хочу волосы, как у вас. Привет, Аляночка. Привет, Динар. Как дела у тебя?
Как у вас там? Кстати, как погода у вас там в Уфе? Ты же в Уфе сейчас, да? Габос похорошел. Ну, может быть. Maybe. Где Аня? Аня. Аня дома, по-моему, сейчас. You should love Goa. Maybe one time I come there. Привет. Алян, Dryan Effect хорошо помогает вывести воду с организма. Да, это вообще мой самый любимый шаг из Energy Slim. Не думаешь переехать за границу? Раньше хотела, но сейчас уже нет. Габозов без тебя похорошел. Габозов похорошел, потому что не стало меня. Вот это будет правильная формулировка. Вот. Привет, Волгограда. Привет. В Уфе холодно, ветер ужасный. У нас тут тепло, хотя тоже ветер есть. Только начала строить свою структуру, дай совет, как добиться успеха. Ну, время и терпение. Не останавливаться. Не работать рывками, а постоянно каждодневные действия приведут 100% к результату. Ольга Васильевна живет в Москве, да, в Наро-Фоминске, Московская область. Тебе хорошо так. Спасибо. Замуж не хочешь? Нет, не хочу. Извольте. Все, хватит. Хватит замуж. Что на шее, это клык. Say hello to Germany, please. Hello, Germany. С короткой стрижкой это прекрасно. Глаза мне похорошела, стал похож на исхудавшего. Ты с Кировского района? Да, я с Кировска. Раньше жила там. Делаешь прививки ребенка? Если нет, то почему? Нет, не делал, потому что я против них, потому что считаю, что они не лечат, а калечат. Не знаю, это мое мнение, никому не навязываю его. Вот, хотя, когда я маленькая была, я делала прививки, но раньше другое время было. Давай поженимся. Брак вслепую, не знаю, приведет ли он к чему-нибудь хорошему. Вообще, в принципе, может ли брак привести к чему-то хорошему, а тем более брак вслепую, так еще я смотрю, ты мусульманин, как бы, не знаю. Мне кажется, не сойдемся характерами. Алена, ты русская? Конечно, я русская. Мне не видно? Я русская. Сколько тебе лет? Мне 24. Брови крашу карандашом. Thank you to say hello, I love you. Oh. So pleasure. Хабаровск не собираешься когда-нибудь? Ну, пока что не планирую. Но, возможно, в будущем. Ты вообще поменялась в хорошую сторону. Спасибо. Новая стрижка. Не стрижка, цвет и... как это? Укладка. Вот, укладка. В Армению собираюсь. Буду в середине июня в Армении, в Ереване. Ты на армянку похожа? Да нет. Чё, ребят, я русская. Не знаю, что вам там похоже. А папа ведь не русский у тебя. Ну вот именно, понимаете, какая-то дилемма. Просто папа не русский, а я русская. Как еще такое возможно? Ля, наверное, клык подарил дорогой тебе человек, что ты его очень долго трогаешь. Так. У меня есть парень, его зовут Рустем. Ой, это очень смешно. Ты, когда проходила на проект, пела эту песню. Если кто помнит. Я ухожу, к другому его зовут Рустем. Он КМС по боксу и бизнесмен. И если ты не хочешь больших проблем, просто забудь меня. Не звони мне днями напролет. Рустемчик тебе голову отобьет. Я, правда, сегодня не в голосе, но... Армянский, ну, я на нем не разговариваю, но понимаю. Арай говорит, ты армянка. Наглая ложь вообще, просто наглая ложь. Чуть ранее говорила, что армянка. Ну, актуальность тех или иных вещей постоянно меняется, поэтому... Как дела твоего брата? Все хорошо, учится на политологии. Вот, сейчас занимается активно университетской деятельностью, сейчас едет вожатым в детский лагерь. Поэтому у него там вообще прям такая движуха, мы с ним прям даже иногда редко общаемся, потому что он все время... Поешь супер. Спасибо.
Ты очень на русскую похожа. Ну вот я поэтому говорю. Странно, что кто-то говорит, что спрашивают даже. Ведь как бы все так понятно. Как бы результат налицо. Здравствуйте. Как к Шурыгину относишься? Никак. Честно говоря, я никогда о ней не думала, не думаю. Не знаю. Привет. Привет. Метиска она, кем хочет, тем и будет. Ну да. Сегодня русская, завтра армянка, послезавтра еще кто-нибудь. Ты ж, наверное, с отцом поругалась. Нет, я ни с кем не ругалась, у нас все хорошо. Папа у меня в гостях. Вот мы с ним дружим, мы с ним хорошие друзья. Вообще не похожи на русскую, не может быть. No way. Просто ты где сейчас? Я в салоне. Нет, ты и на армянку очень похожа. О, Габозов похудел без тебя. Ну, бывает. Что могу сказать? Стресс, стресс. Привет из Иркутска, привет. Сколько папе лет? Папе 49. А, нет, 50 исполнилось уже, 50. Привет. Привет, привет. Так что так, в Москве хорошая погода, поэтому нужно гулять, гулять и еще раз гулять. Привет, дорогая, привет. Брат в Волгограде учится, да, в Волгограде. Если бы не ваша свекровь, вы были бы с Габозовым вместе? Нет, не были бы. Привет из Семипалатинска. Как относишься к Ване? Никак. Как я могу относиться к человеку, которого я не знаю? Тысячи лет татаро-монгольское иго было. Где вы русских-то видите? В Осетии я была, да. Такая красивая. Вот ты дура, да. Как-то, знаете, книга есть у Павла Ракова. Я умная, но живу как дура. Вот и я. Умная, но живу как дура. Так. Дочку хочу, конечно, конечно. Кто же не хочет? Хочу очень. Очень красивая. Спасибо. Приглашаю на чашечку кофе. Я люблю Россию. И я люблю Россию. Мы с тобой подружимся. В Дагестане я не была. Вот, ты красавица. Нормально. Что, может, кого-нибудь подключим в эфир? Посмотрим, кто тут у нас. Так, 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 так. О! Толя или Женя, давайте. Сейчас. Вот так все время. Присылаю заявку, а вы никак, ни в какую. Так. Ладно.